Вы знаете, я вообще против всяких запретов. Я считаю, что ничего закрывать не надо, ничего не надо запрещать. Надо дать возможность, чтобы люди определились сами. А для этого, чтобы они определились, надо, чтобы их определение было высоконравственным. Это начинается вот с этих лет, с 3-4, это начинается с семьи. Вот какова семья, как там воспитали тебя, каким ты будешь там, таким ты будешь и потом. Понимаете, и человек, который пришел в клуб, и там, простите меня, и проституция, и наркомания, и пьянство, и все, он уйдет оттуда, ему это неинтересно. Вот нам надо, чтобы такие люди были в большинстве своем, и тогда они сами не позволят заниматься тем, что им предлагают. Потому что по натуре своей человек, в общем-то, высоконравственное существо. Мы по натуре своей, мы не поднимаем руку на детей, мы не бьем женщин, мы не обманываем, мы не врем, не воруем, мы не можем этого делать, потому что так нас Бог создал. Но если мы прошли какое-то воспитание, в котором этим высоким понятиям, этим ценностям не придают значения, значит, мы можем уйти в ту сторону, где все может быть. Но, в принципе, надо контролировать. Я думаю, что контроль может быть. Потому что в 15, 14, 13 лет ребята не понимают, что хорошо, что плохо. Тем больше в телевидении идет бесконечный поток крови, насилия, убийств и так далее, и так далее. И они как бы это воспринимают, ну, не как пособие, но, по крайней мере, как определенное руководство к действию. Поэтому это надо все учитывать. Это все начинается с семьи, со школы, это все начинается с института, это начинается с тех наших дружеских компаний, в которых мы проводим свое время. И здесь запрещать легче всего. Взяли и закрыли. А где люди будут собираться? А им хочется общаться. Они молодые, а им хочется потанцевать, им хочется попеть, им хочется послушать стихи. Понимаете, надо дать такую возможность. Но должен быть контроль. Я, например, воспитывался, меня отец и мама так воспитывали, что я с самого раннего детства я чувствовал этот контроль, что можно, что нельзя. И я уже знал, это нельзя. И у меня это вошло в меня. И я уже так по этой своей жизни будущей шел. Это нельзя, это можно. И я в это уверовал, потому что мне доказали, что это то, что плохо, то плохо, а что хорошо, то хорошо. Отсюда все идет.